Вот у подножия этих гор мы сегодня ночевали, сбылась мечта. Замечательное звездное небо. Наташа уже храпела, а я... Я видела небо, не надо. Звезды видела, они низко были. Рассматривал звезды. Вот тут заброшечка какая-то. Старинный тоже домик. Жалко, конечно, что не сделали до Рахманов такую дорожку. Там, мы так поняли, Балушкин в своем стиле сделал, такая узенькая, вот как у него идет на Княжьи горы, точно такая же идет практически от Береля и до свертка на Язевое озеро. Ну вот маленько, видите, не смогла все эти исторические катаклизмы, которые устроили сами себе эти супермиллиардеры. И Балушкина тоже накрыло этой волной. Так бы, может быть, бы он и достроил бы до Рахманов дорогу. Здесь, кстати, сподвигло, которое мне на это путешествие. Девушка приехала с семьей. Они потом поднялись на перевал Староостровской дороги. Вот она, эта река. Бухтарма, в честь которой названо Бухтарминское водохранилище. А почему Бухтарминское, а не Иртышское? Да? Смотрите, какой тут ручеек. Прозрачный. Давно я ляпок не видел, ребята. Вот они, представляете? Которые бегают по дну ручей, ручьев и речек. И ловят себе там всяких жучков. Ваши удивительные, трогательные глаза. Ну вот спасибо нашу рыль. Как хорошо он смотрится вот тут с высшей точки. Спасибо ему за ночевочку. Огромное. Но как, ребята, дует холодным вот с этих гор, вы не представляете. Моментально сразу вас обволакивает холодом. Такое ощущение, что зима натуральная. Хотя вот вроде бы, понятно, мы одеты, но не по-летнему, как бы по-осеннему. Но осенняя одежда не выдерживает, все, уже надо какие-то шубы. Уже надо какую-то зимнюю одежду. Хотя сегодня еще обещают плюс 15. Потому что... 20. А, даже 20. Сегодня солнце, видите, только вышло. И реально мы из машины забегаем, выбегаем моментально. Потому что машина, это, конечно... Оазис. Поэтому все мобилизованные говорят, вернее, не были, кто воевал. Самое страшное — это холод на войне. Самое страшное. Все, что угодно можно вытерпеть, только холод нельзя терпеть. Ну и боль, конечно. Здесь не буду уже говорить ничего про Альпы, про эту Швейцарию сраную. Рядом не стояло. А вот смотрите, у нас какие яйца динозавров тут выглядывают. Вот эти вот округлые валуны. Здесь очень-очень много. Там возле Урыля их было. Там вообще набросано. Эти круглые мы вам не сняли. Ну, потому что мы спешим. Мы еще хотим. Там вроде бы отрезок неплохой тоже есть. Асфальтированной дороги в сторону Аксу. Печи. Мы хотим туда еще проехать, посмотреть. Я думаю, мы успеваем. Снимать мы на обратном пути так сильно не будем. Единственный отрезок между Большенарывом и Заряновском, вот эти деревеньки, еще, может быть, там какой-нибудь заедем, улицу какую-нибудь снимем. Фу, какие-нибудь болезни предлагается очень много средств. Да, и где-то на вершине вот такой же перевал военной австрийской дороги, которая ведет по Кокольму.
Вот такие машины вот там. Называются мясовозы. Потому что бизнес здесь есть, конечно, весь на скотине. Видите, везде она пасется. Ехали мы, ехали, ребята, и знаете, что мы очнулись? Что мы, оказывается, ни разу не взлетели там за Урылем и в сторону Урыля. Вот это да, вот так бывает, заклинило что-то. Но от красоты, наверное, нас оглушило. Поэтому вот сейчас летим вот. Чингистай. Аралхан. Бакейдин Аулы.